То есть ощущение вот такое, что сидят люди и начинают, так, вот что у нас? Ага, давайте зарплаты повысим, давайте пенсии повысим, так, теперь, значит, инвалидам дадим, так, бабушек давайте подкормим, так, что там, кошек мы не забыли? Вот не забыли кошек. А потом пошли, значит, там еще в министерстве, так, а у нас что? У нас еще эти самые отопления домов. Ага, отопление домов запишите. Так, что там еще? Вот так делается. Potrivit lui Alexandru Muravski, pentru a-și aproba componența, guvernul trebuia să vină în Parlament cu principalele teze, în funcție de domenii. Același document ar trebui să conțină indicatori economici și numai după aprobarea în Parlament se întocmește un plan specific pentru punerea în aplicare a obiectivelor și obligațiilor, indicând termeni specifici, surse de finanțare. A сейчас есть, как говорится, 70 страниц пожеланий, желаний, воздушных замков, половина из этого, половина просто обещания, там, улучшим образование, сделаем вот это, сделаем это, ну, как все, в этом отношении они не хуже и не лучше. То есть надувать щеки им, что говорить, мы такую программу... Да я таких программ десятки писал и могу еще завтра вам за неделю другую написать. На 150 страниц хотите, могу и на 50 страниц и прочее. Ну, буду знать, что это для мусорной корзины. Ну, кто-то будет воспринимать это как... Guvernul PAS așteaptă asistența financiară din partea partenerilor externi. Potrivit fostului viceprim-ministru, nu este nimic în neregulă cu faptul că Moldova este ajutată de împrumuturi și subvenții. Este o practică mondială răspândită atunci când guvernele iau împrumuturi pentru implementarea proiectelor specifice, în special a celor de infrastructură. Problema însă este alta. Вопрос ведь не в этом. Вопрос заключается в том, как ты эти деньги используешь? На что они идут? Если тебе надо развиваться, ты хочешь повышать пенсии и зарплаты, чтобы у тебя росло производство, любое правительство берет на себя ответственность и берет риск. Не бывает вечных правительств и так далее. Так и здесь. Эти ребята, которые сегодня, часть из них может просидеть 4 года, часть, может быть, скоро станет ясно, что не годится, он его тихо заменит. Menționăm că noul guvern propus de Natalia Gavriliță a fost votat în plenul de astăzi a Parlamentului doar de către deputații Partidului Acțiune și Solidaritate. Olga Ziatkovski, Accent TV.